проводим ортостатический тест на тренировочном лагере национальной сборной Болгарии. Сейчас идет проверка пульса после 5-минутного отдыха. Перед тренировкой 1 минуту считают пульс в положении лежа. И сейчас идет измерение пульса в положении стоя. Владимир Николаевич, что сейчас мы с вами здесь провели на этом тренировочном сборе? Ну, мы провели ортостатический тест, который показывает, как бы человек загружен или перегружен. То есть это простой такой, но, конечно, может, не такой точный, как бывает там другие тесты с измерением давления, дыхания, частоты дыхания. Но это он тоже более-менее информативный тест. Во-первых, его можно делать любому спортсмену, утром проснулся и сделал этот тест. Как проверить, как ты нагружен. То есть до 12 это хорошо, от 12 до 20 это нормально, а свыше 20 это значит, человек перегружен, ему надо отдыхать. Дальнейшая нагрузка приведет к каким-нибудь патологиям, к травмам и так далее.